Это Токио во время землетрясения. В городе гаснет свет, кое-где начинаются пожары. Город практически в руинах. На дорогах многочисленные пробки, некоторые автомобили охвачены огнем. Сейчас это все только компьютерная графика и фантазия компьютерных дизайнеров. Однако академики Института исследования землетрясений при Токийском университете говорят, что в ближайшие 4 года с вероятностью 70% в районе японской столицы может случиться землетрясение магнитудой 7 баллов. По данным исследований, 11 тысяч человек могут погибнуть, около 850 тысяч зданий могут быть разрушены. Прошлым летом, когда мы провели подсчеты, тектоническая активность превышала норму в 6-7 раз. В тот момент мы пришли к выводу, что землетрясение может произойти с вероятностью 98% в ближайшие 30 лет, а в последующие 4 года оно может произойти с вероятностью 70%. В марте прошлого года в Японии произошло землетрясение магнитудой 9 баллов. За ним последовало цунами. В результате стихийного бедствия погибло 23 тысячи человек. Чтобы подготовиться к наихудшему развитию событий, правительство решило обратиться к истории. Это статуя великого Будды, которая находится в древнем городе Камакура на острове Хансю. Отсюда до моря приблизительно 1 километр. Среди архивных свидетельств цунами можно найти доказательства того, что более 5 веков назад огромная волна высотой 14 метров накрыла побережье, достигнув этой статуи. Мы подумали, что должны познать непознанное в отношении цунами, поэтому мы изучили землетрясения в истории, которых раньше не принимали во внимание. Есть записи, которые показывают, что землетрясение 1498 года создало цунами, достигшее великого Будды в Камакуре. Мы решили, что эти цунами должны быть учтены при планировании. Япония расположена в пределах так называемого Тихоокеанского огненного кольца. Здесь происходит 20% всех землетрясений в мире магнитудой 6 баллов и выше. Многих японцев предсказания ученых не удивляют. Япония – это нация, выросшая на землетрясениях. Я не знаю, какие конкретно они проводили подсчеты, но очередное землетрясение не будет сюрпризом. Сложно описать словами, что будет, если случится землетрясение. Даже подумать сложно. Меня приводит в ужас одна мысль об этом. Стихийные бедствия в Японии зачастую сопровождаются многочисленными человеческими жертвами. Так, в 1995 году в городе Кобе произошло землетрясение магнитудой 7,3 балла, в результате которого погибло 6400 человек.